Шати Шантиров, это планшетка для карты влагозащищенных. Давайте начнем со взвешивания. Взвешивание показывает 120 грамм приблизительно. Ну, там всякие бирки, получится 115 примерно. Так, что из себя это представляет? Во-первых, мне очень нравится, что можно скрутить, когда объем не лишний. Во-вторых, мы вот так ее открываем. Фигак, и сюда можно убрать карту. Здесь липучка Velcro. Довольно сильно цепляет. А здесь у нас вот такой вот механизм. Типа пакет. Соответственно, дождик это защитит, а попадание в серьезную глубокую воду, я думаю, все-таки, наверное, нет. Вот сейчас попробуем. Так. Закупорились вроде, да? Сейчас попробуем немножко смотать, посмотрим, будет ли воздух выходить. Да? Воздух взял и вышел. Поэтому герметичности здесь, я бы сказал, наверное, все-таки нет. Она открылась в каком-то из мест. Но в качестве средства для хранения карт, ну, не знаю, в автомобилях, например, или при каком-то ориентировании, когда в воду лезть не надо, а карту мочить жалко, мне кажется, рекомендовать можно. Вещь хорошая, годная, ее просто в руках держать приятно.